Губернатор Приморского края наградил 3 бойцов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота знаком особого отличия «Приморье за заслуги». Сейчас герои проходят курс лечения и реабилитации в госпитале. Поздравляю. Служу России. За вашу отвагу, за вашу мужественность. Вот, выполнение самых сложных моментов, что ж не бросили позиции. Вот, то есть продолжали оборонять, достойно вели. Безусловно, мы всегда рассчитываем на вашу помощь там на фронте, поддержку. А мы здесь готовы всегда, значит, и после того, как отслужите армию, всегда найти место, сопроводить, какие-либо вопросы будут. Телефон ставят, вот, то есть поэтому смело звоните и обращайтесь. Во время обхода больницы Олег Кожемяка осмотрел, как провели ремонтные работы и благоустроили территорию. Также глава региона обсудил дальнейшие планы по модернизации с командующим Тихоокеанского флота адмиралом Виктором Лиина. После чего Олег Кожемяка дал поручение начать работы с отделения челюстно-лицевой хирургии. Мы со своей стороны здесь определили определенные виды работ, объемы вот, по челюстно-лицевому отделению хирургическому, который нуждается в ремонте в первую очередь. Вот, то есть есть строительные организации, дорожные, которые уже выполняли ряд ремонтных работ, требуется еще дальше продолжать. Поэтому сейчас после просчета смет, вот, то есть мы определим здесь бригады, которые могут проводить плановый ремонт. Отметим, глава края уточнил, что ремонт в госпитале начнется в ближайшее время и не будет нарушать лечебные процессы. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.